Всем привет. Очень круто, что... Привет. Всем привет. Очень круто, что нас сегодня такое большое количество людей смотрит. Меня зовут Алексей Буль. Я работаю в компании WorkFusion. И сегодня вместе со своими коллегами Дмитрием Коржицким и Сергеем Фрунчаком из компании Rosam Robotics мы расскажем о том, как мы построили непрерывный процесс интеграции и доставки при тестировании разработки программного обеспечения для роботов-манипуляторов. И начать хочется с того, что на самом деле я не очень люблю онлайн-конференции, потому что это всегда выглядит одинаково неинтересно. Сидит какой-то человек в наушниках где-то у себя дома на фоне стенки и рассказывает о чем-то таком. То есть нет вот этой прекрасной магии конференции, праздника и вот этого всего. Поэтому предлагаю сделать небольшое перемещение в пространстве и... И я рад вас приветствовать на прямой нашей онлайн-трансляции из города Минска, из офиса R&D компании Rosam Robotics. И для начала небольшой дисклеймер. На самом деле Анна немножко вас обманула. Мы не будем сегодня говорить про тестирование железа, мы не будем сегодня говорить про ОТК на заводе. Этим мы тоже занимаемся, там есть свои отдельные практики, техники. Там используются всякие вот такие штуки, типа штангенциркулей. Для этого используются индикаторы и много разных всяких штук, которые также мы используем при проведении каких-то экспериментов. Про это мы сегодня говорить не будем. Сегодня мы говорим исключительно про тестирование программного обеспечения. И для начала немножко о том, что мы, собственно, тестируем, что является основным продуктом компании. И самый флагманский продукт, на базе которого мы делаем всякие решения для автоматизации и всякие разные автоматизации, не только промышленные, это наш робот Pulse. Это коллаборативный робот, предназначенный для работы с человеком, на базе которого мы делаем всякие клевые штуки, в том числе, например, у нас есть такой продукт, как Rosam Cafe, который предназначен для автоматизации работы баристы. И состоит такой робот из двух основных частей. Первое — это рука-манипулятор, второе — это Control-Box, который управляет, собственно, манипулятором. И немножко о том, из чего состоит рука. Рука робота Pulse состоит из 6 моторов, которые вы можете видеть на скрине. И вот у меня есть такой же мотор, распиленный. В нем есть плата контроллера с разными датчиками, защитами, с управлением потоку по позиции, по скорости. Здесь есть также редуктор. 1 к 100 у него коэффициент преобразования, трансформации, энкодеры и внутри бесколлекторный двигатель. Бесколлекторные двигатели тоже производятся у нас в компании. Вот у меня такой один бесколлекторный двигатель в руках. В принципе, ну, он из себя ничего особого не представляет. Программного обеспечения там никакого нету. И теперь про сам робот, больше про программное обеспечение. Как я уже сказал, в самих моторах, вот, например, здесь можно видеть, у меня есть отключенный робот, вот здесь находятся моторы. В них есть программное обеспечение, внутри контроллера, написанное на C++, которое обеспечивает работу, ну, построение разных траекторий, разные управления задания, защиты и вот это все. Также у робота есть запястье. В нем там находится, к нему подключается рабочий орган, у него есть кнопочки, вот немножко видно здесь у меня голубым светится. И здесь тоже есть софт, написанный на C++ частично. И затем основная часть робота — это непосредственно сам Control-Box. Здесь тоже очень много разных частей, из которых, ну, в которых есть программное обеспечение и которые между собой взаимодействуют. Здесь, во-первых, есть powerboard, который включает и отключает питание. Снизу там в подвале находится плата safety,
которая нам нужна будет в случае, если наши роботы восстанут и начнут убивать людей, чтобы их отключить, чтобы они были безопасными и в случае ошибок моментально понимали, что что-то пошло не так и отключались. Так называемая защитная плата. И у нас есть PC. Обычный персональный компьютер с Linux, в котором установлен JavaSoft, который занимается высокоуровневым управлением робота. Обеспечивает API, то есть с этой коробкой можно взаимодействовать по REST, по разным другим протоколам, и можно взаимодействовать через UI, чтобы можно было программу легко написать и легко с ней работать. Вот, собственно, это все, что на данный момент нужно знать о самом продукте и самом объекте тестирования, о том, что у него есть разные элементы, в которых есть разный софт, написанный на C, C++ и на Java. И также нужно знать, что все вот эти части между собой общаются через коншину. Это стандартный протокол довольно, используется в автомобильной промышленности, ну и вообще много где. Вот. Теперь же давайте немножко поговорим о том, ну и напомним себе, что такое процесс непрерывной интеграции и непрерывной разработки. Это картинка из интернета на слайде, вы такое часто видели. И это два циклических процесса, которые повторяются постоянно, и чем быстрее они повторяются, тем считается лучше. То есть чем чаще вы релизитесь, чем чаще вы тестируете, тем у вас все качественнее. И вот здесь приведены стандартные части этого процесса. План, код, build, тест, релиз, deploy и operate. И непосредственно сегодня мы будем говорить про 6 основных частей, не затрагивая часть план, потому что это более такая менеджерская тема, более продуктовая, связанная с маркетингом больше, а у нас здесь как бы хардверная тема, хардверное выступление, хардверный стартап, все, короче, по-жесткому. Поэтому про часть, которая относится к continuous integration, про код, build и тест расскажет мой коллега Сергей Фрунчак, а про часть continuous delivery, про тест, релиз и deploy и немножко про operate расскажет мой коллега Дмитрий Коржицкий. И, пожалуйста, Сергей, вам слово. Всем привет. Всем привет. Надеюсь, меня уже хорошо видно. Перед тем, как я начну, я хотел бы рассказать, что когда я пришел в компанию Rosen Robotics, для меня было загадкой, что же такое робот, что такое автоматизация тестирования робота. Я думал, что это будет очень сложно. Будет больно, нужно будет разбираться в железках, что-то паять, но на самом деле все было гораздо проще. По факту, давайте вспомним, что нам необходимо, чтобы поработать с веб-приложением. Через наш CI/CD инструмент нам нужно собрать билд, заранить тесты и задеплоить это на какое-то окружение, там стейджинг, продакшн, неважно, такое бывает часто, что иногда и на одном окружении все вертится. Что же нужно сделать для того, чтобы это запустилось на реальном железе? Нам нужно точно так же собрать билд, выполнить его на раннерах, запустить тесты и задеплоить его на реальное окружение. Какие нам нужны для этого инструменты? Все тот же обычный тестовый фреймворк, CI/CD инструмент Jenkins, там GitLab, абсолютно неважно. Экзекьюторы, те же slave машины, ноды и reporting tool, чтобы эти тесты посмотреть. Может показаться странным, но для работы с роботом нужно все то же самое. Тот же самый тестовый фреймворк, CI/CD инструмент и экзекьюторы, и какой-нибудь портальчик, где можно отчетики по тестам посмотреть. Что же мы используем? У нас используется GitFlow. Для того, чтобы объяснять разработчикам, как делать коммиты и мержить, у нас используется GitLab для того, чтобы собирать наши билды, выполнять тесты и хостить результаты самих тестов. И SonarCloud как статический анализатор кода.
На этом слайде можно посмотреть, как это примерно выглядит, когда разработчик делает ошибки, когда недостаточно выполняет все условия, чтобы замержиться, он ловит фейл, и merge request замержить невозможно. Каждый наш пайплайн — это отдельно изолированное окружение, точно такое же, как используется у вас в ваших пайплайнах, допустим, в Jenkins, или даже если вы используете GitLab, и все эти пайплайны пробегают, и разработчики видят результаты, довольно быстро все это дело происходит, хотя это железо. Что же мы используем? У нас очень много, как говорил уже Леша, у нас используется C, C++, Java, также у нас куча юзер-интерфейсов, которые необходимо собирать и тоже нужно тестировать. Для C, C++ мы используем GCC, Java — это Maven и Gradle, и Node.js для стандартных приложений. Есть один маленький момент. Когда мы работаем с роботом, если вы уже видели, у робота есть моторы, платы безопасности, адаптеры, переходники, специальные управляющие устройства, датчики, входы-выходы. Это все те же самые микросервисы, которые есть в обычном веб-приложении. То есть по факту нам нужно наш робот — это большой монолитный сервис, состоящий из маленьких микросервисов. И чтобы правильно все это дело тестировать, нам нужно использовать прошивки, которые были взяты из мастера. И почему же? Потому что у каждого продукта, который входит в состав робота, отдельная команда, отдельные релизные циклы, и это все-таки отдельный продукт, который может быть продан вне зависимости от того, в составе робота он или нет. Все это дело складывается в обычные деп-пакеты, со всеми зависимостями, чтобы можно было быстро установить на любом компьютере и запустить. Для юнит-тестирования у нас используется также стандартный JUnit для того, чтобы тестировать все проекты с Java. И, грубо говоря, CPP U-Test для того, чтобы тестировать C и C++ код. Самый важный момент при таком подходе, когда мы тестируем железо, у нас нет возможности мокать данные, если мы используем какие-то специфичные платы либо какие-то большие контроллеры. Поэтому наш код должен быть совместим с x86-64 архитектурами для того, чтобы иметь возможность запуститься, вот как на этом стенде моторчики вертятся, чтобы иметь возможность запуститься на обычном стандартном компьютере, и мы могли все это замокать и закрыть стабами. Почему? Потому что в реальной жизни большое количество оборудования вносит нестабильность в саму систему прохождения пайплайнов, и мы можем очень сильно из этого дела пострадать. Какие же у нас есть инструменты? Вот, казалось бы, стандартный набор, много кто из вас его мог использовать или использует по сей день в автоматизации, допустим, каких-то юзер-интерфейсов при тестировании GUI, но для работы это все точно так же подходит, и сейчас я покажу, почему. У нас есть классные друзья, такие как Arduino, Raspberry Pi, C-Types, также STM-платы, все это дело. Всем этим делом можно управлять с помощью Python. Но в реалиях, когда мы будем говорить о больших мануфактурных производствах, в которых большие конвейеры собирают какие-то устройства, используются большие стенды, которые могут эмулировать подачи сигнала на любой из портов, работать с любым протоколом соединения. И все это стоит очень больших денег, но так как мы стартап, нам нужно хорошо планировать деньги, которые мы тратим, экономить. И зачем нам нужно покупать большой стенд, который стоит 80 тысяч долларов, если можно купить Raspberry Pi за 70? Думаю, тут все логично и понятно. Так как же все вообще дело происходит? Вот у меня сбоку тут бежит пайплайн, надеюсь, видно. Каждый раз, когда разработчик делает коммит, в изолированном докер-контейнере поднимается Java-приложение. У него, как рассказывал Алексей, есть фронтенд, у него есть API, и все это дело запускается в самом контейнере вместе с симуляцией, и мы, грубо говоря, можем сразу направлять туда тесты. И все это очень быстро проходит. И на данном этапе мы пока не говорим о том, чтобы наш код поступал на реальное железо. На данном этапе мы работаем только с симуляцией, потому что только симуляция позволяет эмулировать
окружающее пространство, работать с непосредственно логикой математической, построением траекторий, работать с внутренностями нашего ПО, и только потом все это дело, после того, как тесты прошли и стали зелеными, отправляется на реальный девайс, вот такие, как этот стенд для тестирования робота разобранного, чтобы никому не навредить, или как стенд с моторами, на котором бегают тесты, проверяющие работоспособность прошивки для моторов. Давайте разберем подробнее, что же могут делать эти стенды, для чего они вообще нужны. Если мы возьмем, допустим, этот стенд, в котором спрятана наша малина, либо этот стенд, везде один и тот же подход. На каждом из этих стендов установлен раннер, который позволяет запустить тесты на данной машине. И мы можем спокойно эмулировать как сигналы, которые поступают на вход устройств, так и любые разрывы цепи, либо же управление самими интерфейсами, которые к ним подключены. И если мы раскроем этот пайплайн изнутри и посмотрим, как это все дело происходит, допустим, на нашу малину залетает свежий коммит, в ней поднимается докер-раннер, который собирает, билдит и подготавливает к поставке наш деп-пакет на реальное устройство, и поднимается это все дело в самом раннере, в контейнере, и тесты начинают через API работать с тем, что у нас внутри контейнера находится. То есть начинают шевелиться моторчики, начинают поступать сигналы на саму Raspberry Pi. И вот если вы видите на скриншоте, на маленьких квадратиках, это наши интерфейсы. CAN USB адаптер и CAN Ethernet адаптер, который позволяет общаться нам с моторами посредством сети интернет или через прямое USB подключение. Вот пример кода, который мы используем. Тут все на самом деле просто, все точно так же, как происходит, когда вы тестируете интерфейсы или какую-то IP на Java. Мы инициализируем интерфейс, отправляем через свойства этого класса команды и ожидаем их ответы. Тут все то же самое, только вместо эмуляции у нас на реальный девайс отправляются реальные команды, реально пишутся байтики, он начинает вращаться. Вот наш сервомотор-стенд в разборе. Если снять вот эту колонку полностью и поднять крышку, то у нас там будет STM-плата, правая плата в красном квадрате и обычная PC-шка, то есть стандартный компьютер, который в большом красном квадрате. То же самое происходит, если мы работаем с контрол-боксом и с роботом, который стоит у меня на столе. Внутри каждого контрол-бокса и робота, который используется для тестовых стендов и работает с нами, находится тот же самый докер-раннер, который получает на себя всю поставку вместе с деп-пакетами и с устройствами эмуляцией непосредственно в сам контрол-бокс и запускает живого робота в рамках тестирования. Все кейсы заставляет вот эти двигатели шевелиться. Так для чего же нужна сама эмуляция? В нашей жизни роботы используются на больших производствах, в больших производственных цехах, и для того, чтобы как-то превратить это в настоящий процесс и работать с этим непосредственно в реальной жизни, нам нужно подключить очень много девайсов к нашему роботу, работать вместе с ним. И чтобы не тратить на это очень много времени, мы используем симуляции. Также, как вообще тестируются сигналы на IO-борду, мы подаем с помощью Arduino, тут в красненьком квадратике, на Control-Box подключены провода в заднюю панель, там есть место для коннекторов, и подается сигнал точно так же, как это делает настоящий девайс или стороннее оборудование на производстве. И все это дело вместе складывается в одну большую систему и работает внутри нашего пайплайна. Вот пример кода. Мы точно так же просто в рамках одного интерфейса снимаем сигналы, точно так же, как это работает, допустим, в тех же requests. Отправили запрос, получили ответ, прочитали его и можем уже понимать, прошел тест или нет.
Вот непосредственно наш сам стенд. И тут надо обратить внимание, это настоящий робот. Он работает точно так же, как роботы, которые стоял возле Алексея. Просто для того, чтобы обеспечить безопасность, для того, чтобы ничего не поломать во время тестирования, не врезаться ни в какую стену, такое часто бывает, мы сняли все кости мотора и кости с моторов и выстроили их точно так же, как это, точно так, в таком же порядке, как если бы взяли настоящего робота. И внутрь этого стенда мы тоже поставили раннер, и он доступен из сети и работает как реальный раннер, который подключаете вы при тестировании веб-приложений. Вот. И все девайсы, все раннеры доступны в GitLab. И единственный важный нюанс, который отличается от тестирования веб-приложений, это то, что раннер может принимать только одну работу одновременно. Для того, чтобы избежать ситуации, когда два пайплайна мешают друг другу работать с роботом напрямую. И вот как пример можно увидеть на слайдике, как это выглядит у нас внутри. У каждого раннера свой тег, и по тегу мы напрямую обращаемся. А теперь я передам слово Дмитрию, и он расскажет, как это происходит на самом деле внутри, уже после того, как все это собралось на GitLab. Спасибо, Сергей. Здравствуйте. Надеюсь, меня видно. Сейчас мы поговорим про деплой кода на конкретно рабочего робота. В первую очередь на тестовых роботах. Как это у нас происходит? Если вы работаете в вебчике, вы код собираете, заливаете на свои сервера, кластеры, клауды. В нашем случае код работает на конкретном девайсе. Для раскатывания кода на робота мы используем следующую схему. Код упаковывается в артефакты, артефакты упаковываются в деп-пакеты. Из всего этого собирается прошивка для робота, которая хранится на апдейт-центре. Мы не можем сразу раскатывать напрямую на роботов, потому что есть такой нюанс. Наши роботы, на которых крутится код, нам не принадлежат. Такая же ситуация, как у производителей, допустим, мобильных телефонов. Условно, Apple производит айфоны, пишет прошивки для них, но владельцем конкретного девайса является человек, который приобрел его в магазине. Такая же ситуация у нас. Мы разрабатываем полностью робота, мы пишем для него софт, но владельцем конкретного робота является человек либо организация, которая приобрела его для себя. По этой причине раскатывание кода у нас происходит асинхронно. Код, который крутится на апдейт-центре, ждет, пока к нему постучится робот. Робот стучится, скатывает свежую версию прошивки для себя и разворачивает после подтверждения человеком, разворачивает на своем контрол-боксе. Подтверждение человека необходимо, потому что робот может быть не готов к обновлению в текущий момент. Он может ожидать либо выполнять какую-то задачу, поэтому происходит в таком виде. Как мы к этому пришли и как это работает, более подробно можно узнать из доклада нашего уважаемого техлида отдела разработки господина Николая Лагутко. После того, как код развернут на роботе, нам необходимо убедиться, что робот работает, что он выполняет свою задачу. Основная задача робота-манипулятора — это перемещение рабочего инструмента в своей зоне достижимости. В качестве рабочего инструмента может выступать различные захватывающие механизмы, всякое сварочное оборудование, горелка, все что угодно. На данном этапе это не принципиально. Мы оцениваем, что робот просто носит полезную нагрузку. Для оценки этого функционала мы не стали изобретать каких-либо велосипедов, а используем ISO 9283. Этот стандарт оценивает робота по точности и повторяемости прихода в заданную точку, по точности и повторяемости отработки заданной траектории, различные временные и скоростные характеристики и прочее. Также робот может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По этой причине, если в коде были изменения, связанные с движением робота, мы запускаем этот тест на 24 часа.
Если изменений, связанных с движением робота, не было, мы запускаем более короткую версию теста на несколько часов. Также у нас есть отдельное помещение тестошное, где ребята запускают этот тест на дни, недели и месяцы. Там, конечно, оценивается помимо стабильной работы кода еще и влияние непрерывной работы с большой нагрузкой на железо. Далее. Наш робот является коллаборативным. Это означает, что он может взаимодействовать с человеком. Одним из способов такого взаимодействия является режим обучения. В этом режиме человек руками перемещает робота, записывает точки, редактирует их при необходимости и после этого запускает. Робот начинает отрабатывать новую траекторию. Во время этого теста мы оцениваем работу не только самого робота, но и то, как себя чувствует человек. Робот не должен пугать, не должен совершать каких-то резких, неожиданных движений. И все это вот сейчас оценивается. Также наличие человека в рабочей зоне робота подразумевает, что этот человек должен быть в безопасности. Можно навесить стороннее оборудование, которое будет выключать робота при наличии человека в рабочей зоне, либо сбрасывать скорость до минимума. Но из коробки есть функция Stop by Touch. Если робот при движении попадает под воздействие какого-то препятствия, если человек попадает в его рабочую зону, он прекращает свое движение, переходит в режим защитного останова и не продолжает биться головой об стенку или об человека, разнося все вокруг. Следующий этап, так как робот на проде часто является частью более сложной системы, он взаимодействует со сторонним оборудованием, управляет им, это оборудование дает ему какие-то команды, то также он может работать в разных климатических условиях, температурных режимах, влажности разной. Все это сложно и дорого воспроизводить на тестовом окружении, поэтому мы тестируем на проде. Канареечные релизы. У нас есть группа лояльных пользователей, отдел интеграторов, которые используют наших роботов для интегрирования в различные производственные и не только процессы. Как Алексей уже говорил, робот-бариста, робот-сварщик, робот, который наносит клей. Также роботы используем для различных маркетинговых мероприятий. Все это нам позволяет испытывать прошивку, dev-версию в реальных боевых условиях. На роботе выставляется флаг, который позволяет на него накатить dev-версию. Интеграторы могут, у них построен процесс проверки, что новая программа не ломает выполнение роботом своей задачи. Они нам дают быструю и качественную обратную связь. Также в случае, если происходит какой-то сбой, мы можем быстро откатиться на более стабильную версию, либо выключить функционал, который приводит к сбою. Все это приводит к тому, что на момент, когда мы готовимся к релизу, наш код, оттестированный автотестами, отработавший определенное время на проде у интеграторов и других лояльных пользователях, готов к релизу. Ранее у нас регресс релиза был одним из самых узких мест разработки, потому что он занимал порядка 40 часов рабочую неделю. И не часто он заканчивался успешно, что приводило к перезапуску. Сейчас введение автотестов на самых различных этапах, покрытие, использование канареечных релизов позволяет нам сказать о готовности релиз кандидата к релизу в течение рабочего дня. Это нам еще есть куда стремиться, но мы прошли уже немалый путь. После того, как робот раскатывается в релиз, люди получают уведомления, список изменений и принимают или не принимают эти изменения у себя. Следующий этап — этап эксплуатации. Как я говорил, нюанс нашего продукта в том, что мы не являемся владельцем конечного устройства, и мы не можем гарантировать его наличие в сети.
Он может быть включен в сеть, может быть включен в сеть периодически, либо может быть в офлайн постоянно по причине, например, безопасности. Поэтому мы не можем использовать модные средства непрерывного мониторинга. Эти средства могут использовать конкретные пользователи на своем девайсе, настроить робота, чтобы он репортил свое состояние либо ошибки в сервисы различные. Нам же остается ждать сообщения от пользователей. Для этого мы используем всем своим пользователям, мы заводим канал в удобном для них мессенджере, куда они сообщают о инцидентах. Инциденты расследуются, в результате при необходимости с робота снимаются логи, пересылаются нам, либо сообщается версия прошивки, мы ее раскатываем на своих тестовых роботов, где мы можем их обвесить средствами мониторинга, произвести по шагам ситуацию, приведшую к инциденту, и в таком, и расследовать, что привело к этому. Также часто бывает, что причина инцидента является не сбой в коде либо конструкции робота, а в том, как его используют пользователи. Не обязательно они делают это неправильно, просто они делают это неожиданным образом. Не прочитав инструкцию, как это часто бывает, хотя после некоторых инцидентов фраза в инструкции к микроволновке «не сушите в ней живого кота» у меня улыбку не вызывает, потому что некоторые пользователи используют инструмент очень интересным образом. Иногда мы им сообщаем, как решить их задачу с помощью робота правильно либо проще. Иногда мы, наоборот, от них узнаем информацию, которая нам полезна для нас, для разработки. Иногда бывает в таком духе. Работа с конкретными пользователями, плотная коммуникация с интеграторами, с многими пользователями, с которыми мы общаемся не только по проблемам факапов, но и просто приглашаем одного из наших первых пользователей, мы постоянно приглашаем к себе в офис, мы ездим к нему в гости, мы узнаем какие-то их желания, что они ожидают от нашего продукта, как они его используют. Это все помогает нам делать не сферического робота в вакууме, а продукт, который решает конкретные задачи на конкретных местах. Конечно, не всегда хотелки пользователя нужно выполнять. Иногда эти хотелки идут вразрез с интересами бизнеса, но эта тема не входит в тему нашего доклада. Поэтому давайте переходить к подведению итога. И, Алексей, ты на связи? И вот я опять в стриме. И давайте теперь вместе сведем это все для того, чтобы сложить полную картину того, как выглядит наш пайплайн. Вот у нас есть код. Проще всего пайплайны я обычно представляю в виде конвейеров. У нас есть код, мы ложим написанный код, который вот написал программист на этот конвейер. И первое, через что должен пройти код, через юнит-тестирование. Сейчас это стандарт, несколько лет назад это было чем-то таким в новиночку, но Continuous Integration шагает по миру. Затем код попадает на ревью и проходит проверки сонаром, проходит статическую анализацию кода. Машины помогают выявить простые ошибки, люди помогают находить сложные ошибки в логике. Затем начинается процесс билдинга, и собираются артефакты, которые уже себя представляют какое-то законченное, законченное программное обеспечение, которое мы гоняем на симуляциях. И вообще симулирование — это очень важная стратегия, очень важная часть тестирования любого железа, потому что делать прототипы на все подряд — это сложно, лучше симулировать. Затем, после того, как тесты прошли в симуляции внутри докер-контейнеров на каких-то стендиках, они попадают уже на реальные железяки, которые находятся в лупе, в которых выпаяны датчики, выпаяны какие-то части, заменены эмуляциями, то есть заменены модуляцией сигналов с помощью Arduino, с помощью Raspberry Pi, с помощью всяких вот таких штук.
И затем уже начинаются интеграционные тесты, которые делаются на стендах, представляющих из себя реальные устройства, которые выполняют реальные действия, которые работают по-серьезному. Вот как стенд, про который говорил Сергей, показывал вам для интеграционных тестов, который представляет из себя разобранного робота. И затем сверху мы добавляем щепоточку мануального тестирования, потому что это роботы, а людям нужно с роботами чувствовать себя комфортно, взаимодействовать с ними, дружить, и для того, чтобы они не пугали их. Ну и во-вторых, на самом деле, если вы стартап и у вас не так много денег, как, не знаю, там, у Илона Маска или у Boston Dynamics, то у каждого тестировщика есть отличный инструмент, очень точный. Это наши пальцы. С помощью них можно и температуру померить, и почувствовать легкие вибрации. Очень много чего можно делать с помощью мануального тестирования при тестировании хардвея на самом деле. Затем происходит уже непосредственно релиз, канареечный релиз для пользователей, которые к нам лояльны, которых мы контролируем. А после этого уже релиз идет ко всем, и, собственно, наши роботы накатываются, наше программное обеспечение накатывается на наше железо, и мы вместе с нашими терминаторами отправляемся в светлое будущее, прямо в закат. И давайте подведем итоги, собственно, что мы хотели сказать. Упс, у меня переключилось быстрее. Первое о том, что здесь нет никакой магии. То есть на самом деле все это кажется сложным, тяжелым, трудным, но для этого всего мы уже живем в 2020 году. Есть готовые железяки, есть готовые девайсы, и с ними на самом деле очень легко взаимодействовать и работать. Следующее, подходы к тестированию практически везде одинаковые. Что вы тестируете веб, программное обеспечение, что тестируете мобилы, что софт для декстопа, все это одно и то же. Затем для того, чтобы начать тестировать железки, железяки, вам на самом деле не обязательно сразу покупать дорогие девайсы, дорогие устройства, потому что вот на слайде у Сергея был комплекс от National Instruments, как бы сама вот эта коробка стоит 25 штук, а к ней еще, короче, каждая плата по 2-3 тысячи. Конечно, там все по-царски, со всем форшмаком, прям круто. Но всегда можно начать, как мы, со всякими самоделками, самопилами на ардуинах, на STM-ках, на Raspberry Pi. Если у вас даже с железом проблемы, всегда используйте симуляцию. Даже если у вас с железом все хорошо, и у вас его очень много, и электроники полно, все равно используйте симуляцию. Она лучший ваш друг при работе с реальными устройствами. И затем, что мы также хотели донести, о том, что у нас довольно высокий уровень автоматизации, и, казалось бы, роботы, человек-то тут вообще при чем, зачем он нужен, все равно всегда лучше оставить немножечко мануального тестирования. Всегда приятно в случае восстания машин иметь человека, который знает, как эту штуку поломать. Собственно, все. Всем спасибо. И последнее, что я бы хотел сказать, это то, что будущее уже здесь. И, в принципе, как многие внимательные успели заметить, все, что вы видели в этом стриме, снималось роботом. Спасибо, мы готовы выслушать вопросы. Так, у нас вопрос был про покрытие, как мы определяем, что у нас нету 100% покрытия, как мы определяем, что можно фичу выпустить впрод, да. Ну, во-первых, я бы хотел сказать сразу, что 100% покрытие и вообще покрытие тестов и фич — это социальный конструкт. То есть это просто кто-то решил, ну, как бы обычно это тестировщики там вместе с продуктами, что вот если мы выполним порядок таких-то действий, то мы покроем фичу полностью.
В нашем случае, естественно, то есть мы еще с реальными железяками работаем, и вообще сделать хоть какое-то покрытие адекватное сложновато, потому что всегда может произойти. Это шутка у железячников про электрон, который попал в плату случайно и все поломал. Но когда вы работаете с железом и с роботами, у вас есть небольшое подспорье. У вас есть стандарты. То есть для всего, что есть в промышленности, для всего, что работает с людьми, есть стандарты. Вот Дмитрий упоминал ISO 9283. И, соответственно, соответствие этому стандарту и то, что мы начинаем там немножко лучше соответствовать этому стандарту, это хорошо. У нас есть стандарты по электробезопасности, у нас есть стандарты, опять же, по UX. Кстати, немногие знают даже в софтвере, что и по UX есть стандарты написанные, и по безопасности роботов, и стандарты, определяющие, что есть коллаборативность. Для всего этого есть стандарты. Если мы соответствуем стандартам, и если нам кажется, вот по случаю того, что покрытие — это социальный конструкт, что фичу можно выпускать, мы ее выпускаем. Еще такой, релизы. Да, ну еще плюс... Вот, ну, еще такой момент, что при... как мы уже говорили, у нас есть Sonar Cloud. Он точно так же меряет покрытие во время интеграционных тестов. Тесты пробегают, и мы смотрим вдобавок, сколько было методов задействовано, сколько было передано в них информации, и потом на основе репорта создается отчет о том, какое же у нас покрытие. И мы пока стараемся, чтобы оно было не ниже 80%. Но это, опять же, это все ерунда, потому что в реальной жизни то, что делает с роботом пользователь, ни один автоматизатор, ни один разработчик столько кейсов не придумает. Поэтому вот как-то так. Все. Всем спасибо. Скажите спасибо, ребята. Спасибо. Вы-то не слышите людей, в отличие от меня. Все. Так, все.